Друзья мои, доброго времени суток. Боевой пропуск уже закончен, баннер пока что не убрали. Подъем, админы, дизайнеры, пора убирать этого петушочка-то красного. Ну, тут у вас новый, как бы вот вещает новый ролик. Ладно, суть-то в чем, друзья, изи дроп, 1000 лайков, новая серия, 3 лучших победителя у вас на глазах. Но сейчас ответственно объявляю, что за 4 прошлых ролика я вывел 650 тысяч рублей. И это еще далеко не финал, потому что мы идем к ляму. 242 тысячи я оставил с прошлого дропа, поднялся еще очень лютый ролик. Сегодня открываем 100 топовых кейсов. Подпишись на канал, давай начинать. Слушай, но 100 топовых кейсов это тебе как бы не хухры-мухры. Причем их уже прямо сейчас активно открывают, что-то здесь выбивают вкусное. Смотри, вот он его просто бомбит, этот топовый кейс. Не знаю, что для чего, но у нас 242 тысячи рублей, и я готов, ребята, этот сайт сегодня разнести. Сайт, кстати... Ну вот, хочет, чтобы его разнес, поэтому 50 тысяч рублей полетели, полетели, как сдурели. Огненный змей ему выпал, блин, ну. Давай посмотрим, что выпадет нам. Нам, наверное, полное говно, но хотя бы. Ножи кровавой паутины нас немного сейвит. Мы сейчас на эти 250 тысяч рублей будем открывать онли топовый кейс. Насчитайте, сколько раз я его открыл. Те, кто начитает, лайк поставлю, конечно, под комментик. Но рубрику назовем, что будет, если там 100 раз открыть топовый кейс. То есть это не кликбейт, реально просто берем на все бабки, открываем топовый кейс, 70 тысяч рублей, хорошо. Все, что окупает кейс, будем оставлять. Все остальное просто в утилечек сразу выкидываем в унитазик и продолжаем дальше. Поехали. Баланс у нас хороший, баланс мне позволяет, сайт EasyDrop, на свои бабки играю. Только на этом сайте, по моему мнению, да, можно закидывать такие бабки. И реально, ну то есть РТП не будет сливать, потому что, знаешь, на некоторые сайты закинешь там больше 10-20 тысяч, и у тебя просто сразу все 0-0-0. На этом сайте не так. И поэтому я чаще всего снимаю именно на нем. Есть дропу больше там 7 лет, что ли. Ну и не нужно, знаешь, там просить у него рекламу, там еще что-то. То есть РТП работает, можно реально окупаться на этом сайте. Но не всегда, конечно, везет. Пока везет. 63, нормально. Но бывает такое, что по 200 тысяч замажу, да, ролики такие, конечно, не выходят в свет. Но иногда выпускаю, то есть на канале все равно достаточно, тем не менее, таких роликов. Мы с пацаном сейчас делим трон. Кто лучше всего выбьет предметы и какие? У нас пока что все грустненько в этом плане. 36. Можем продать, еще раз открыть. И проверим. Но я думаю, раз 50-60 я уже точно открыл. Это минимум. Ну и может что-то вкусное-то выбьем уже наконец-таки. Сколько бабла? 32. Если вот так. 3. Вот так. 33. Хорош. Еще на 10. Молодец. Еще на 10. 17. И вот так вот. 14, и вот так 16, ладно, 53. Здесь еще на 195. В принципе, баланс такой же, чуть больше. Чуть больше, чем был, но мы сегодня с ним пробуем РТП изи дропа, так сказать, на вкус, на наши вкусовые рецептики. И верим только в то, что сейчас что-то интересное сыграет. Пустые ноги, кстати, пролетело. Это грустно. 58 тысяч. Опять будем оставлять все, что окупает кейс, и по итогу смотреть, что нам выпало. Но вы, если что, в свою очередь, ставьте лайкосы, ребята, потому что за такие бабосы можно и подписосы сделать, как говорится. Можно и оформить уже, наконец-таки. Ну, пролетает все самое вкусное. И здесь, очевидно, очевидно, что минуса. Минуса хорошие, x2. Но он выбил ножик, хорошо выбил. У него, конечно, прям нормально. Ну ладно, расстраиваться тоже не в нашем, как говорится, случае. Баланс хороший, вроде что-то потихонечку окупает. Может, сейчас что-нибудь и потихонечку выбьем. Тут как бы мне недавно вой свалился тоже на душу. 10. Ну, диглецкий я купил. Дай бог, чтобы все диглы так стоили следующие. Ну, посмотрим, что будет дальше. У нас еще есть 86 тысяч. Там еще 1100 лежит. Нормально. Даже если сейчас небольшой минус схватим, то не расстроимся прям критически. Ну вот, 69, то есть 20 тысяч плюсом. Вот тут, ребята, уже, ну, довольно-таки не шуточные ставки. Тут реально идет уже борьба прям полноценная. Было бы круто, если бы мы с ним забились. Кто там за 1000 кейсов, например, выбьет больше всего предметов. То есть большим балансом реально такую бы обновку выпустил. Было бы прикольно. 23, ну это, конечно, говно. Вообще, нравится вам рубрика 100 кейсов там какого-либо жанра? Потому что мне кажется, что это довольно-таки интересно смотреть. И вот на уже 5-ю минуту мы открываем only топовый кейс. И это как будто бы очень интересно для меня. Давай, рыцарь, нет, нет. Ой, ну хотя бы один керыч есть. И оно уже как бы... уже хорошо. Давай, ладно, продадим. Фастом полтинничек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, а тут вообще много чего купилось. Ты посмотри. Ты посмотри. 89. Если продать все, это 226. Погнали. 226 тысяч.
Ну, блин, он нас опережает, зараза. Давай теперь фастом попробуем. 50, это 46. Оставляем все, что окупает кейс. Потихой. Еще 50 полетело. Не окупил, не окупил, не окупил, не окупил, не окупил. Тридцатку дал. 6 дал, ну, неплохо. Хотя бы, видишь, в ноль как бы дает, и уже хорошо. Минус, минус, минус. Вот это грустно дало. Тут маловато, конечно, маловато. Ну, мы еще на полтинчик. Бам, 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 бам. А, полностью, полностью говно было. О, вот это уже поинтереснее. Тут как бы уже есть на что посмотреть. За пятеру продаю, ребят, тоже как бы, ну, считается неокупным слегонца. И вот здесь можно тоже подать. Давай еще откроем на 29 тысяч. Может быть, что-то дропнется. Пятера, но походу уже, да, бам. 31, спасает. Еще 48 оставляем пока что, пока да. 1700, и на 4000 можно, например, пойти и открыть что-то типа вот этого кейса. Может быть, во, поймали. И еще поймали. Смотри, кейс с РТПшечкой это работает. Ну, может, вот все. Итак, смотри, было 240, продаем все, 200 остается. Немножко, но подслились. И это плохой знак. Еще 50 тысяч, но это очень жестко, понимаешь? Такой ролик реально, ну, требует просто необходимости 1000 лайков набрать, друзья мои. Тут как бы, ну, безоговорочно. Дальше смотрим. Все, что у нас окупает кейс, не забывайте, я продаю. То, что не окупает, оставляем. На 20 тысяч, хорошо. 45. Вот когда сразу один скин дает вот столько, уже, знаешь, спокойствие берет. Случайно за 8 тысяч продал, но пофигу. Шестера есть, смотри. Ножик за 40. Ну, нормально, вот это вот хорошо. Когда вот так окупает, сразу спокойно на душе становится. Душенька в спокойствии, так сказать. Но когда вот тут, конечно, грустновато. Падает, это нехорошо. Давай вот это продадим. Это все бам-бам-бам, дэм-бэм-бэм. 43 имеется, можем вот так даже сделать. И пробовать снова. 50 тысяч, бам. 39. Мы сейчас на эти деньги попробуем раскрутиться. Глок градиент. 133 тысячи, а его... Ребят, вы же не думали, что это бесконечно, я буду так чисто для прикола крутить? Это же все-таки не фантики, его мы уже заберем. Вот такой получился ролик, если он тебе понравился, 133 тысячи у нас идет к выводу, можем даже подсейвить вот эти перчаточки. И за, сколько, 4 ролика я вывел почти 900 тысяч рублей. Сайт EasyDrop, никаких ссылок не оставляю, играть, не играть, решай ты. Но есть промики на 50%. Ну все, как-то так и работает эта прекрасная система EasyDrop-ская, а? Я пошел записывать для вас новый ролик. Спасибо за просмотр. Пока-пока.